14-го тура. Марин Томасов. Что, гол в раздевалку будет? Деспотович промахивается. Да что ж такое, Ерман Муртазаев вколачивает. 1-0 впереди павлодарцы. О, извините, впереди астанчане. Конечно же. Просто Муртазаев, естественно, за Иртыш совсем недавно еще играл. Такая вот ассоциация. Впереди Астана 1-0. Астане. Тут Томасов, Деспотович промахивается. И Муртазаев ошибок не прощает. Здесь против трех футболистов Астаны было всего два защитника Иртыша. И прекрасный удар Романа Муртазаева. Тут еще и Исимов мимо мяча пробежал. Ну, это совсем.